В этом году в Чебоксарах обновят 90 лифтов в 16 многоэтажках. Средства, а это 158 миллионов рублей, выделят в рамках республиканской программы капитального ремонта. Сейчас работы по установке 62 лифтов в 12 многоквартирных домах практически завершены. Запуск еще 28 планируется до 30 марта текущего года. Дополнительно в этом году планируют заменить лифты еще в 11 домах. Напомним, срок эксплуатации такого оборудования 25 лет. По истечении этого периода по результатам технического обследования выносится решение о замене. Полностью меняется силовое оборудование, системы управления, безопасности, кабины и двери на этажах. Современные лифты потребляют на 40% меньше электроэнергии.